17 октября в Нарвском колледже Тартусского университета проходил фестиваль образования 2013, организуемый Центром предпринимательства. В этот день детский сад Пяксики получил серебряный стандарт предприимчивого детского сада. Первый среди всех учреждений Эстонии. Оценивание по стандарту предприимчивости мы проходили уже во второй раз. В прошлом году мы получили базовый уровень. И в этом году, пополнив свой опыт, проведя различные мероприятия, проекты, мы решили подать на следующую ступень. Детский сад для этого прошел внутреннее оценивание, проанализирована вся работа детского сада. Центр предприимчивости также оценивал нас, взял необходимое интервью, и на фестивале образования мы получили серебряный титул предприимчивого детского сада. На фестивале образования у нас появилась еще одна возможность представить наш детский сад, показать его достижения и все, чего мы достигли за этот период. Мы познакомили участников нашей рабочей комнаты с конкретной работой учреждения. Был представлен учебный видеоматериал по проекту. А также рассказали об истории возникновения проекта «Предприимчивая школа» в Эстонии и о его достижениях. Маргарита Винкель, учитель нашего детского сада, познакомилась с проектом «Украсим дом своими руками», руководителем которого она и являлась. На протяжении всей работы интерес был налицо. Звучало немало вопросов о работе детского сада. Что дает нам данный проект? Как привлекаются партнеры? Какова активность родителей и детей? Мы считаем, что работа была плодотворной и взаимополезной. Ребята детского сада «Пяксики» имеют свое представление о взрослой жизни предприимчивого человека. Кто же такой предприниматель? Предприниматель – это у кого свой бизнес и сам думает, как получить деньги. А я уже, например, хочу стать выращивать фрукты и овощи. Предприниматель – это у кого свое маленькое дело, он зарабатывает на него деньги. Вот я уже предприниматель, продаю книги. Я написала одну книгу и потом напишу вторую. Я предприниматель, он думает, вот бы открыть бизнес, он открывает свой бизнес и потом продает, покупает дешево, продает дорого. Предприниматель – это человек, у кого есть свой бизнес, и он богатый. У меня был предприниматель мама, а теперь папа, работает такси. Я тоже хочу стать предпринимателем, продавать патроны и настоящие пистолеты. Инициативными, творческими. Предприимчивыми становятся дети, посещающие детский сад Пяксики. Ребята, скажите, пожалуйста, что это за флаг? Это флаг предприимчивости.